Всем привет, друзья, меня зовут Денис Шевченко, вы находитесь в сообществе Первый Лад, здесь мы становимся гитаристами, которых хочется слушать и смотреть на них иногда. Сегодня у нас акустический рок, хотя вы, естественно, можете сыграть это на электрогитаре легко. Сам Чет Эткинс, кто прославил эту инструментальную композицию, которая называется Windy and Warm, играл ее и на гитаре с нейлоновыми струнами, естественно, на старой доброй ленинградской фабрике, и на электрической гитаре. Там он, естественно, уже играл на нормальном американском греч. Эта пьеса очень классична, и любой, кто хочет познакомиться с американской музыкой вплотную, познакомиться с стилем фингерпикинг, эта вещь highly recommended к разбору. Она действительно не очень сложная, там лежит пару аккордов, и, в общем, я уверен, что все с ней справятся. Кто хоть раз играл переменный бас правой рукой? Вот это вот. Если вы никогда это не играли, что ж, я вас научу. Мы в этом видео разбираем две части из этой инструменталки. Первую и, соответственно, вторую. Если вы хотите, чтобы я забрал еще две части, пишите в комментариях. Хотим играть. Мочи нет и так далее. И эта пьеса также, естественно, примечательна тем, что ее на своих концертах, там и на мастер-классах играет Томми Эммануэль, заслуженный артист Российской Федерации. Если вы хотите от нас 6 уроков, которых нет на YouTube, то заходите в описание, проходите по ссылке и обрящите. Также берите колокол в одну руку, а в другой натирайте его докрасна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите что-нибудь в комментариях, желательно не нирвану. Теперь точно все, перейдем к разбору. Итак, друзья, смотрите, эта вещь у нас играется в тональности ля минор, что бы это ни значило, но в первой теме у нас фигурирует с вами два аккорда. Первый аккорд — это аккорд, собственно, ля минор, но вы его знаете, наверное. Если вы его не знаете, то лучше, наверное, не играть эту вещь. И второй аккорд — это ми минор. Вы можете его брать здесь так, а можете брать его двумя пальцами вот так. Я расскажу, в чем там дальнейший прикол. Следующую часть мы разберем отдельно. Смотрите, давайте сначала разберем, что делает ваша правая рука. Ваша правая рука играет здесь вот эту басовую такую вот партию. Смотрите, мы здесь полмьютим все и держим правую руку на бридже. И большим пальцем играем 5-4, 6-4. 5-4, 6-4, 6-4. И так далее. Сначала отработайте, чтобы это у вас было на автоматизме. Обратите внимание, когда я играю четвертую струну, я задеваю там еще третью, чтобы у меня был... Сам Чет Эткинс, ну и, допустим, Томми Эммануэль, они играют с там пиком, так называемым, с когтем на большой палец. Поэтому там звук почетче. Большой палец, когда вы играете, ну, на мой взгляд, это такой доверительный звук. В зависимости от того, чего вы преследуете, какие цели. Вот, то есть сначала вы учите этот палец. Делать так постоянно, и чтобы вы не думали об этом. И, соответственно, каждую ноту у вас получается по топ ноги. Топ, 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 топ. Это четверти получается. Топ, 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 топ. И так далее. Смотрите, у нас здесь начинается риф из-за такта. То есть вы играете, вот вы берете этот ля минор, дамский аккорд. И что вы играете? Открытую третью. И когда вы играете пятую струну, то есть ваш первый бас, вы играете хаммерон. То есть можете одним пальцем, на самом деле я советую вам прям два пальца поднимать. А потом четвертую струну одновременно со второй. Потом ставите мизинец на третий лад второй струны. У вас получается аккорд ля сас 4. Ля сас. Потом убираете мизинец, играете вторую струну и, собственно, бас на четвертой струне. На самом деле, я вам не советую разбирать вот именно таким вот образом, там типа вот такая нота, потом такая нота и так далее. Выучите бас и поймите, как в него интегрируется эта мелодия. Вот она. Фактически. Вот она. Потом смотрите, в общем, то, что будет звучать сначала у большинства плохо. Бенд мизинцем. Бенд, мы смотрите, вот сначала научитесь его без всяких там басовых партий играть.
То есть вы должны сверху прижимать все большим пальцем. Это важное условие договора. Если вы расслабите большой палец, у вас будет бенд звучать ужасно, жалко и так далее. Чет Аткинс, покойник, за такое бы не похвалил. То есть вы играете из-за такта вот этот бенд, и потом заглушаете его. Здесь просто коснетесь опять этой струны указательным пальцем, и у вас бас на пятой струне. И потом этот бенд опускаете обратно вниз. То есть это был четвертоновый бенд, он же микробенд. Шестая струна. Убираете мизинец. Далее третья струна и четвертая. Вот эти две части. Далее. Повторяется вот эта часть. И смотрите, здесь вы играете слайд. То есть нуля, минорная гамма, слайд мизинца. И в тот момент, когда вы приезжаете в пятый лад второй струны, играете бас на шестой. И здесь просто бас это вы вешаете. Указательным пальцем третий лад первой струны. Дальше быстрый слайд обратно. Делаете срыв мизинцем. И вот эта вот нота второй лад третьей струны. И потом то же самое, ваша часть. И давайте разберем последнюю часть и сыграем все вместе. Начинаем так же, потом меняем, смотрите на ми. Давайте сначала покажу вот так. Играете бас на ми. То есть бас на шестой струне. Потом берете второй лад третьей струны третьим пальцем. И срываете, и одновременно в момент срыва играете бас на четвертой струне ми. То есть бас у вас такой был. И смотрите, когда вы срываете бас, вы упираетесь пальцем во вторую струну. Чтобы у вас ничего там больше не звучало. Такого не было. И потом играете просто третью струну. Всю играю указательным пальцем. Здесь даже двух пальцев не надо. Пятая струна, четвертая, шестая, четвертая. Все, конец этого рифа. Таким вот образом все у вас звучит. А на ми вы можете сыграть. То есть срыв вот это делать мизинцем. Вот, просто бывает, что мизинец травмируется или еще чего-то, и удобнее делать вот здесь вот третьим пальцем, потому что он сильнее. Попробуйте оба варианта, что вам понравится, так и играйте. И теперь, собственно, в темпе. Обратите внимание, что здесь все играет... Это первая часть, вот она у вас. Обратите внимание, что здесь все играется в свинге. То есть не играется так. И так далее. Также обратите внимание... Вот у вас. И вот вы заглушили эти ноты. И опять же здесь заглушили. То есть обращайте внимание, где у вас глушение. То есть у вас не играется... А играется... И так далее. Вот, на такие моменты обязательно обращайте внимание, когда вы уже все выучите и начнете это все играть. Вот, это
как вы понимаете, очень-очень важно. Ну, как вы знаете, друзья, у нас есть ключевое слово, и мы его вставляем куда-нибудь в центр выпуска, чтобы понимать, что вы играете по нашим разборам, ну или, по крайней мере, просто включаете послушать мой приятный голос, что, конечно, если вы так делаете, то обратитесь к специалисту, не затягивайте с этим. Ну вот, если вы все играете, то напишите в комментариях «щипач», и я увижу это, респекну, и в какой-то момент мы сядем все в кружок и начнем. Знаете, как Цоя играют по 10 человек одно и то же. Вот мы сыграем в 20-ром в Indian Worm. Будет классно. Следующая часть. Я не зря там гундосил, потому что, собственно, это является частью инструментальной этой композиции. Ныть там. Вот это вот. В общем, посмотрите Чет Эткинса, что-то вы поймете. Сам Чет Эткинс ее играл вообще, в принципе, по-разному. Он иногда еще играл это здесь высоко. Так, у него был вот такой вот бас. Это он играл таким образом, когда он играл эту вещь с оркестром. Сама вещь написана не Чет Эткинсом. Если вам интересно, посмотрите Википедию, чтобы узнать всю историю композиторов американской музыки. И кто там еще был помимо Либера и Столлера. Вот, давайте возьмем то, что он играл в черно-белом варианте. Она в этой же позиции, обыгрывает тот же самый аккорд ля. И звучит так, как я вам уже, собственно, показал. Она, в принципе, простая. Здесь все в сильной доле получается, то есть одновременно с басом. Бас и третья струна, то есть у вас продолжается пятая, четвертая, шестая, четвертая. Бас и третья. Потом вы убираете указательный палец, у вас получается четвертая струна с открытой второй. Потом шестая струна, вы ставите указательный палец обратно на первый лад. И потом опять убираете указательный палец, и у вас вторая открыта. И дальше пятая, третья. Потом убираете третью, у вас открытая третья и, собственно, четвертая струна на басу. И потом доигрываете шестая струна и четвертая на басах. Таким вот образом. И вторая часть. И потом просто в конце третья струна, пятая. Бас, четвертая, шестая, четвертая. И второй раз. Это такой фа. Можете взять такой фа, если вам хочется. Это вообще не принципиально. Я уберу здесь таким образом. То есть вот здесь вот так. И бас зажимаю большим пальцем. Играю шестая струна и вторая, третья. Вот этими двумя пальцами я щипаю. Потом четвертая струна с теми же двумя, которые я щипаю теми же двумя пальцами. А потом шестая одновременно со второй. Потом третья, одна и четвертая в конце. То есть у вас бас на фа, как на ми. Шестая, четвертая, шестая, четвертая. Вот он. И коротко ми мажор. И такой ход. Открытая первая. Третий лад делаете срыв. И все потом повторяете. У вас такая. С первой частью. Итак. Вторая часть. Присоедините потом вот к этой части. Они такие, две обе хорошие, запоминающиеся. Третья часть и четвертая часть, там такая она в мажоре. Хотите, разберу? Не хотите, не разберу. Все, в общем, довольно традиционно. Итак, друзья, как всегда, плавно учите всю эту штуку. Следите за так называемыми штрихами, то есть какие ноты длиннее, какие они длиннее.
Отрабатывайте все это не спеша, желательно под метроном и уж точно под ногу. Что ж, друзья, рад вам был показать эту супер классическую американскую композицию. Играйте ее на здоровье, радуйте близких, играйте на собственном выпускном балу, играйте ее на выпускном балу ваших детей. В общем, обязательно играйте ее где-нибудь. Всем пока!